а чужеземцы. Вы, наверное, обратили внимание на мемориальную плиту в районе же до моста через реку Сухая Балка. Осенью 42-го фашисты рвались к Черноморскому побережью. По этой узкоколейной железной дороге осуществлялась переброска немецкой горнострелковой дивизии. Военные силы должны были захватить горный перевал и тропы, ведущие к побережью. Но как только железнодорожный состав с фашистами выехал на мост, прогремел взрыв. Партизаны Абшеронского отряда заминировали проезд и уничтожили более 50 гитлеровцев. Таким образом, удалось предотвратить удар по городу Сочи. Обновленную мемориальную плиту в память об этом подвиге установили в 2008 году. День Победы. День Победы!